мне пришла сегодня долгожданная посылка. Должна заметить, что в Варшаве посылки приходят, ну, очень быстро. Что же у меня в этой посылочке? Сейчас я вам все покажу и все расскажу. Так, здесь у меня окислитель 9% для окрашивания волос. И самый классный, самый лучший и невероятный порошок для осветления от итальянского бренда My Organics. Это моя любовь. И еще я заказала Купидо спрей. Это реконструирующий спрей с ягодами годжи. Тоже My Organics. Это же линейка. Это офигенная вещь, которая делает волосы как после салона. Но на самом деле это салонная процедура. Сейчас я вам все расскажу, для чего мне это богатство. В общем, рассказываю, как это все было и почему я это заказала. Дело в том, что пару дней назад у меня зачесались руки. Зачесались они в прямом смысле. И я поняла, что мне срочно, жизненно необходимо кого-то ушикарнить. Кого-то покрасить, что-то сделать, какую-то прическу. В общем, хочу творчества. Поскольку у меня есть друзей в Варшаве, одна единственная Натали, то я позвонила Натали и сказала: «Натали, тебе нужно срочно стать блондинкой». Натали, конечно, удивилась, но долго не сопротивлялась. И вот, друзья, я заказала этот потрясающую пудру. Завтра Натали придет, и я ее перекрашу. Я сделаю самое красивое, самое модное летнее блонд окрашивание. Вот так вот. Все у меня очень быстро происходит. И еще пару слов об этой пудре. Эта пудра, она нереальная. Вот из всего того, на чем я работала 25 лет, вот это именно это. Итальянская пудра, которая работает на открытом воздухе, без фольги, она творит с волосами чудеса. Просто вот волосы вау. Во-первых, она их не портит, не пережигает. Они остаются эластичными и в то же время очень красиво, мягко окрашенными. В общем, друзья, завтра все увидите. Я уже не могу, так хочу быстренько перекрасить Натали. Конечно, самое главное в этой ситуации – нужно сказать молитву: «Господи, не дай мне себя перекрасить в блонд». Потому что когда у меня в доступности моего поля зрения есть вот эти порошки и пудры, у меня сразу возникают желания сделать что-нибудь себе, добавить каких-то прядочек, чего-то беленького. И вот так постепенно я становлюсь блондинкой. Да, я была блондинкой пару раз в своей жизни. Ну, такое. Так, ну вот у нас такая исходная база золотистая. И сейчас мы сделаем роскошный летний блонд. Натали, ты готова? Да. Первая часть марлезонского балета. Вот у нас тут такая красота. Назовем это рисунком. Выглядит из серии «Непонятно на сдох». У нас тут Натали вся в предвкушении, она не знает, как она выглядит. Но это все прикольно. Это промежуточный этап. Сейчас будет еще одна общий тон краска. В общем, я накрасила краской. Честно, я не знаю, что получится, но я думаю, что будет классно. И это прям чувство. Натали, ты как чувствуешь себя? Я прекрасно себя чувствую. Вот я еще брови Натали сделала, поэтому она вообще на себя не видит, и потом она себя прекрасно чувствует. Я всегда себя прекрасно чувствую. Ну вот это самое главное. Не, ну все правильно. Вот какой настрой у человека, такой результат. И заключительная часть наших бьюти-экспериментов. Это я сделала Натали процедуру. Спрей с ягодами годжи и питательная маска с усиленным блеском в тепловой шапочке. Вот у меня девушка сидит, ты балдеешь? Да. Вот у нас вот такой роскошный получился цвет. Я в восторге.
Вот Лена еще себя не видела, поэтому она не знает, в восторге она или нет. Вот, обратите внимание, какой эффект. Да, терпите, девушка, терпите. Процедура, как тебе вообще ощущение волос? Да. То есть вроде нету никаких зебры, нету ярко выраженного милирования. Вот. Но эффект получился вот таких вот потрясающих, красивых, солнечных волос. О, труси. Да, класс. Сейчас мы это еще подкрутим. Когда парикмахер становится скучно, он начинает творить. Да, не, ну классно получилось. Ты просто привыкнешь, что ты такая светлая. Мне бы там так или нет, сейчас не кушаю. Думаю, чуть-чуть еще этим бокам. Да, такая златобласка. Это теперь про тебя. Иди сюда, покажись. Какая ты. Ну вау. Красавица. Так, чтобы без свидания, вечер для вышла. Отправляю Натали срочно экстренно на свидание. Класс. Блондинка за углом. Классного вечера. У тебя просто ресторанный вид, поэтому... Да, да. Очки. Очень хорошо. Ну вау. Ну вау. Класс. Тебе нравится? Да. Да, мне нравится. Скажи, немножко в шоке, но мне нравится. Ну так всегда, так в принципе поменяла, ты стала где-то на 3 тона светлее. Да, да, очень сильно поменяла. И получается, что, во-первых, ты подкрутила еще, чтобы не подкручивала, да, не получается как бы по плечи. И цвет, и, короче, все. Все, короче. Короче, супер. Нет слов, одни эмоции. Кто хорошо работает, тот хорошо ест. Это сколько я сегодня? С 11 утра до... Сколько сейчас время? 3 часа дня. Вот это я красила красотку. И, естественно, я не хозяйка, я ничего не приготовила. Поэтому мы идем куда? В домовые обеды у нас во дворе. Будем есть вкусную домашнюю еду. Так, друзья, напишите мне, как вам Натали в блондинке, блонд, понравился ли? Потому что я считаю, что вот эта техника, это американское милирование, она самая идеальная, чтобы сделать мягкий блонд, и в то же время нет проблемы отрастающих корней. Вернее, проблема есть, но это очень будет мягкое отрастание. И я вообще люблю такие окрашивания, когда нету каких-то ярко выраженных пряди, нету вот этой вот зебры намелированной, а все так натурально, как будто бы выгорела на Средиземном море головушка. Я вообще люблю, когда голова выглядит натурально и естественно, несмотря на то, что с ней была проведена 5-часовая работа. Вот такое у нас домашнее кафе. Виктор! Hello. Расскажи, что мы сегодня заказали. Ну ты надо мной смеялся. Супа помидоровая. Зупа. Зупа. Лапки с гуляшом. И компот. Из компота. Виктор просто немножко смеялся с моего польского. А сам тоже. Между прочим. Не айс. Смотрите, какая красота. Супчик помидоровый. Первое, второе и компот. Значит, на второе у нас гуляш с драником. Он называется плацик. И салатик. Вкусно тебе? Да. Можно не готовить? Пока да. Мы выкатили. Зато ты на иврите не говоришь, а я говорю. Это же креветки. А я говорю креветки. Чем мы выкатились, друзья, и покатились дальше. Всем любви, всем классного настроения. Не забывайте подписываться. Следующий влог будет актерское мастерство. Я иду в воскресенье на первое занятие. Так что будет весело. Будет весело и интересно. Ну а сейчас лайк, подписка, все дела. И напишите, любите ли вы блонд, так как люблю его я.